В IT-лицее Казанского федерального университета для всех выпускников прозвенел последний звонок. Свои поздравления сказал и директор IT-лицея Казанского федерального университета Тимербулат Смирханов. Большое спасибо за то, что есть возможность мне, моим коллегам, вашим родителям, вашим родственникам вами гордиться. Вы замечательные люди, и я думаю, что мы все у вас многому научились и еще научимся. В рамках концертной программы были исполнены танцы, звучали песни выпускников. Оригинальный подарок был сделан и от родителей. Они станцевали под песню «Улыбайся». Свою благодарность и приветственные слова выражали почетные гости, учителя и родители. В заключение торжественной линейки все выпускники исполнили гимн лицея. Я занимаюсь олимпиадной математикой, и именно в эти лицеи я вот получила именно ту подготовку, которая мне была нужна для того, чтобы хорошо писать эти олимпиады. И я очень благодарна эти лицеи за это. Я стал более ответственным, серьезным, стал лучше подходить к делу, качественно выполнять свою работу. В этом мне помог, конечно же, эти лицеи, его площадка, учителя, воспитатели. Они сыграли огромную роль в моем воспитании. Эти 5 лет в лицее помогли мне понять, куда я хочу. И я решил выбрать путь медицины. А в завершении мероприятия выпускники 2019 года высадили рябину на территории IT-лицея КФУ. Это памятное дерево как вклад в озеленение и благоустройство территории родного лицея. Анна Глазунова, Виолетта Басова, Универньюз.